меня, что ли? Походу. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Инспектор лейтенант Очков, я же говорю уже. Когда что было? Случилось? Что мы нарушили? Документ проверяем. УПМ в хорошую сторону идет, соответствующий документ. Ознакомьтесь. Пожалуйста, можно удостоверение развернуть? Так, инспектор, прочитай номер удостоверения. Я не вижу. Я же вам сказал, инспектор лейтенант Очков, вот я говорю. Да. Удостоверение личности нужно. А документы проверяете по какому поводу? Нет, почему? А что такое? По какой базе? У вас постановление права или что? Нет, не отдавай ничего. Удостоверение личности, все. Нет, подождите, а у вас что, постановление какое-то или что? Объясните, пожалуйста. Нет, уважаемый, я проверяю не... машину в угоне, не в угоне, все. У вас есть какое-то постановление? У нас все, ориентировка на всех машинах. Вот проверяем, смотрите. Все, езжайте, счастливого пути. Базе нету, все соответствует, все, без проблем. Техпаспорт. Вот, техпаспорт. Смотрите на машину. По ИНу, категория соответствует, штраф на данную водителю. Все, больше ничего от вас не нужно, уважаемый. Машина все пройдена, страховка. Все пройдено, все сделано, все. Все проверю сейчас, хорошо? Обязательно. Ну давайте, мы надеемся, что на вашу порядочность. Вот мы по базе проверяем. Угу. Сейчас по новому закону, вот ваши данные, все. Так, ваша водительская категория. Все есть. Так. Адрес Тимиртау. Тимиртау, да? Машина. Да, Тимиртау. 155-16. Так, машина госномер 775 и на 09, да? Да, мы это знаем, да? Да, знаете, в чем проблема, да? Так, страховка, выезд, Александр Васильевич, вы? Да, да, да. Технический осмотр где? Технический осмотр. Нету базе. Как нету? Есть? Так нету. Так нету. Мы когда машину купили в сентябре. Сразу прошли техосмотры, все. Ну, есть бумажный, предоставьте. Нет, базе нету. Вот базе. Ну, вот это ваши проблемы. Блин, я не знаю. Вот человек. Подождите, это сейчас ваше. Я посмотрю, мне там сообщения приходили как при прохождении, да, вот, техосмотра. Вот покажите все. Приноси. У меня несколько раз останавливали, не было таких проблем, чтобы с техосмотром что-то. Давайте, сообщение, бумага. Блин. Есть, фото покажите. Не, сейчас не нужно сейчас бумагу. Сейчас же не дают бумагу. Не дают, вот по базе не выходит. Ну вот, это может быть есть у вас какие-то проблемы. Это почему-то, это первый. Дальше. Да. А на эту машину нету. Да как так? Мы в сентябре проходили, мы покупали машину, прошли техосмотр сразу. Блин, это первый раз. Всегда же проверяют это. Да. Да блин, мы купили машину, мы сразу прошли техосмотр. Меня постоянно останавливают, никогда не вылазило. Нет, вот такого. Видите, страховка вот ваша выходит. Вот сообщение посмотреть, какого числа. Подождите. Да. Да, 10-го было, из которого мы делали. Если вот, уважаемые, если за отсутствие технического осмотра, согласно статье 590, часть 9. Составляется административный протокол 5 МФП. Да не может быть. И изъятие госномер 2 ГРНЗ. В соответствии с законом вы об этом должны... Подождите чуть-чуть, секундочку. Хорошо, подождите. Подожду, никуда не уходи. Если нету, изымаю госномер. Если есть, езжайте счастливо. Если нету, изымаю госномер. Алло, Руслан, привет. Как дела? Ты еще в России? Слушай, Руслан, у меня тут сейчас такая проблема. Меня остановили полицейские и, короче, говорят, что на мою машину нету техосмотра. Мы же с тобой сразу его делали, когда машину покупали. Страховку. Помнишь, прям там в Караганде? Страховку и техосмотр. Нет, год не прошел. Мы покупали в сентябре. А прикинь, они же бумагу не дают, а они говорят, что... Делали. Вот страховки есть, техосмотр нет. На другую машину проверили, вторую машину. Да, я понимаю, но это не моя вина, ребят. Я что, дура конченая без техосмотра ездить? Это тоже не наша вина. Вы же, ваша транспорт, вы управляете. Считаю, что по базе. Меня тем более не первый раз останавливают, и всегда все было, а вдруг сегодня нету. По камерам бы вылезло, мы в Астану ездим постоянно. По камерам это
сейчас по камерам нет. Короче, мы не согласны с нарушением, во-первых. Не, нарушения нету, блин. Я не согласна, что у меня техосмотр. Если вы изымите номер, то тогда, ну, я не знаю, мы на вас в суд подадим. Если это техосмотр есть. Если в суд, если это. Да угодно, да блин, вы. Если есть техосмотр. Это ваше право. Если есть техосмотр. Ага. В базе только он не внесен. Я протокол, а где вы? По техосмотру бумагу нет, не давали. Потому что сейчас все электронно. Вот электронный нету, вот видите, нету электронной. Давали? Руслан говорит, не давали. Вот на вторую машину есть, на этой нету. Давай посмотрим еще, посмотри еще где-нибудь, может есть бумага. Давайте, это если есть по WhatsApp, это, если нет, то тогда извините. Вот он. Вот он, пожалуйста, вот. Ваш техосмотр на. Что такое? Все, Руслан, я нашла бумажку, да. Скажите, нашли. Это лохотрон реальный, блин. Да остановили и напрягают меня, что нету нет. В какой-то базе, блин. Вы. Нет, настроение испорчено. Вы, уважаемые. Где проходили техосмотр, туда сходите. Ну. Скажете, понимаете, это не первый раз меня останавливают. Да забито было в базе, да меня останавливают раз в месяц. Блин. Что вы до нас докопались? Нет, на другой машину выходит. Почему еще? Почему вы ну, так это у вас сейчас не выходит? Да? Объясните, нет, пожалуйста. Машины. А? Ну, две другой только есть? И все. В смысле другой? Ну, ладно, еще Русик, извини, короче, что тебя побеспокоило. Да нету третий. Да что мы, блин, миллионеры, что ли? Ёлки-палки, блин. Уважаемая, да. Вы пойдете, где проходили техосмотр? В Тимотове проходили? Нет, Караганде. Блин, слава богу, это бумага. А туда если не было бумаги, то что если бы не было бумага, была бы. Если не было бумага, здравствуйте. Тогда составился протокол, потом бумага предоставили, бумага, она, это, протокол не, зачем нам отменили, эти проблемы, да? Объясните, я пожалуйста. Я не знаю же, это ваш кошек, госномер, все. Меня Джамбулду. Вы за технический осмотр где проходили? В Темиртау? В Караганде, прямо возле ЦОНа. Возле ЦОНа? Да. Смотрите, они вам сделали технический осмотр машин. Он у вас есть на руках. Ну слава базу, богу. Да, вот, нет, ну хорошо, скажите, меня вот раньше останавливали, ведь вы же смотрите по базе, он бы вылез раньше, что его нет. Нет, я не знаю же раньше, кто вас останавливал, правильно? Он тоже не да знает. Да сто раз уже останавливали, что в Темиртау и в Караганде. Сейчас же по камерам везде. По базе пробивается, есть техосмотр, нету. Я думаю, так, правильно? Как по базе, по камерам? Ну да вот, нет, я не знаю, камеры же стоят в Казахстане, делают камеры вот ставятся, это все. Камеры перспектива камеры, за такие мацкие надо, камеры короче, теперь ставят. И страховки, и техосмотр, и все брать документы. А то, говорят, сейчас не да, нужны сейчас документы. Не нужны документы. Нифига. Вы глазами должны убедиться, компьютере база за это... Есть, нет, не да. Вот, а у вас, видите, надо? Они бумага, сделали. Хорошо то, что у вас бумага на руках есть. Слава богу. Вот это самое главное, да. Вот что есть бумага. Пожалуйста, можно ее вернуть. Вы проверили? Убедились? Все, давайте с левого пути. До свидания. Спасибо вам. До свидания.